Станислав Донец отвечает за организацию и проведение спортивных мероприятий. Сейчас идет работа по организации спортивного праздника для всех, в общем-то, желающих, для детей, для их родителей. Планируется на 25 февраля прощание, до свидания, зима. Официально о завершении спортивной карьеры Станислав Донец не заявляет, не загадывает вперед. Вдруг у меня появится желание вернуться. Многие же возвращаются. Поэтому поживем, увидим. Станислав, наверняка были предложения по работе в других более крупных городах. Вы остались в Димитровграде. Почему? Я димитровградец. Я отсюда никогда никуда не уезжал. Даже в те моменты, когда я представлял параллельным зачетом в спорте такой, возможно, второй регион, я все равно был жителем города Димитровграда. Марина Антуганова, Константин Белов. «Наше время».